Сегодня сотрудники госавтоинспекции отмечают свой профессиональный праздник. В Югре работает около 1500 дорожных стражей порядка. Ежедневно патрулируют югорские трассы 200 автоинспекторов. Благодаря их усилиям количество ДТП на дорогах округа стало меньше на 14%, а число погибших практически на 40%. Кстати, в профилактике аварий сотрудники ГИБДД активно помогают юные инспекторы движения. Уже в этом году в Югре прошло около 10 масштабных акций, в том числе студенческий десант. Внимание, дети! Дороги Югры без пьяных водителей. Поздравляю личный состав с этим праздником. Наши сотрудники, сотрудники госавтоинспекции Югры в настоящий момент несут службу не только на территории округа, но обеспечивают охрану общественного порядка на территории других субъектов Российской Федерации.